качество автобусов, которые мы сегодня видим, в составе такого первого транша автобусного парка, который пришел в город, это соответствует программе подготовки к чемпионату мира и муниципальной программе обновления транспорта 2014-2018. Мы начинаем замену не только с учетом подготовки к чемпионату мира 2018 года, хотя это основная программа. Вместе с этим мы сейчас очень активно с Ростовом будем думать о том, каким образом менять и организацию самого движения, в том числе и внедрение, реализацию здесь, в городе и в области безналичного расчета. Вот первые 50 автобусов уже представлены здесь. Первые автобусы, все они будут работать на центральных маршрутах. Это маршрут 3, 30 автобусов, маршрут 3А, 10, и маршрут 7, это 10 автобусов. Ну, конечно, получение новых автобусов, естественно, что мы значительно улучшим и культуру обслуживания пассажиров. Значит, эта программа будет продолжена. Значит, есть такие намерения городской администрации и администрации области, чтобы к чемпионату мира по футболу 2018 года приобрести всего 320 автобусов.